Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Темпаут, и я хочу сказать огромное спасибо за ваши комментарии под прошлым видео, в котором я делал обзор на трейлер новой карты Crystal Islands, и я вас просил в том ролике написать сервер. К сожалению, вы не написали сервер, на котором можно поиграть в Ark, но нам, поэтому, соответственно, мы на сервер пока не пошли, но, кстати, ты можешь написать комментарий даже под этим видео, я это все учитываю, если, конечно, захочешь, чтобы мы пошли на какой-то сервер. А этот ролик не несет обучающий или гайдовский характер. Просто хочу сказать то, что за все время игры в Арк я ни разу вживую так и не повоевал с королем титанов. И еще про спойлеры мы записали главного контроллера на Генезисе, и тоже будет ролик. Поэтому, дорогие друзья, вот мы собрались с Карасом, и надеюсь, вам будет приятно посмотреть этот ролик, ну чисто так. Всем приятного просмотра. Ага. Он по мне еще не попал, я правильно понимаю? Ебать. Чисто нахуй. 12 FPS, Карас. Прикольно. Это он куда, блядь? Он на себя напал, а я застрял в низах, как я понял. Еба пиздатый замес. Вау. Ой! Вот сейчас вот он попал, по-моему. А, он возвращается в центр, фак. А, с ним надо в центре, блядь, держаться. А ты куда-то отошел от него? Давай тогда я в центр сейчас пойду. Бля, нихуя я здоровый. Он в центре сейчас. А эти чё не атакуют? Атакуйте. Они просто стоят. Они думают. Не, по 70 на них всё-таки нужны игроки. Для этого никак. Тупо место Вовы и Толя. Не, ну... ладно. Это, типа, первый мечом, а на вторую чё, кулак въебало? А на вторую, по-моему, ничего нет. А, ну он хотя бы он в них стреляет. Нихуя он там этому пустынному снял. Ну кого, ты бы видел, как у него там, по-моему, увеличенный очень сильный урон по титанам. Чё это там по ХП вообще? Все заебись. Как будто не поцарапанный. Еба, война нахуй. Вот сейчас вот его надо типа бить прям пиздец. Да. Он встал в эту стадию, когда у него чисто эти фигуры на появились. Ебать, на нахуй. Решил снежками пострелять. Да, я решил снежками пострелять, это пустем, и там и стоит, если что, он не вагится будет хотя бы. Ой! Честно, по моему железному этому здоровому вообще урон не проходит. Прикольно. Мы что, его как-то забагали? Не знаю. Не, ну это пиздец, машина здоровая. Хуяч, сука, на, поебал. Ты там по спине, по-моему, получил. Получил, но хп-то не тратится. Как так? У меня 531 из 531. Мне вообще похрен, понимаешь? Это уже неправдоподобно. Ну если что, мы повторим этот замес что-то. Ну кто-то стреляет снежками его пошло. Ай. Ну, блин, на самом деле мы его так-то неправильно убиваем, хотя по той причине, что на нем нужно как минимум 4 чела, а нас тут, как ты видишь, нифига не 4. Вон там, кстати, начал лесной помогать, вол. Да, начал.
А вот у меня хп не отнимаются, на самом деле. У меня вообще не отнимаются. Я вот так вот даже тогда сделаю. Ай! Вот это было сейчас больно, ё-моё. А что, мы перелили эту стадию? А я-то уворач. О! А вот теперь больно было, как я понимаю. Не больно было, а какого хера... Он тебя просто откинул? Да. Больно-то вообще не было. Берём его, парни. У меня хп вообще не тратится. Бля, ебать, он поэтому дал. Как больно! Знаешь, иногда даже жаль то, что не могу почувствовать эту боль. Потому что у меня этот вообще... А у тебя, походу, мех залагал, понял? Забагался. Понял. Ему вообще посрать. А прикинь, так на сервере бы мех забагался. Вообще похуй на все. То есть, понимаешь, вообще на все похуй. О, ты видишь, какой он дэмэдж вливает просто в меня сейчас? Вижу. Блин, он, мне кажется, сейчас из центра вылетит, мы его тупо вытолкаем оттуда. Надо обратно его вернуть. Ай! У меня скоро, походу, пустынный титан откинется, потому что это прям very больно. У тебя 3 титана на смену получается. Да вообще, пипец. Если он по мне еще такие удары будет делать, то да, я откину 100%. Бля, ты прикинь, еще приручить этих титанов вот с таким хп. Да, конечно, наверное. Ай. Мне там гига что-то по спине бьет. Замерзнет-то. Я что-то вообще особо не вижу животных. Ай, меня метеорит упал. Как больно. Я тут сам сейчас даже могу умереть, чтобы понимал, потому что, знаешь, в чем прикол? У меня, когда на меня метеорит падает, по мне урон проходит. Типа, ты в мехе защищен от этого урона, а я на титанах не защищен. Но я, слава богу, одел тековскую броню и взял хилки, поэтому я не должен умереть. Сейчас... А, вон узел, я вижу его. А, ну тогда берем его, давай. Вот это сейчас мне прилетит. Ай! О, меня пустынный закрыл от атаки, хорош. Пиздец. Хоть в чем-то полезный, да? Он тупо как зонтик там висит от метеоритов. А, во, вижу гигу. И они меня еще там по попе кусают, по 300 где-то. Но это не так сильно, конечно же, как сам титан. Ай. Зонтик плохо работает. Умри, сука. С кулака его чисто бьет. Честно, если б я мог выбирать атаки, я бы поэпичнее дрался. Ну да, это я понимаю. Ох, как, по мне сейчас урон не прошел. По самому мне, видать, как-то я кабина меня все-таки закрыла от удара метеора. О, понимаю, он встал. Финальная стадия начинается. О, и музычка меняется. Ай! Меня застанет, у меня очень все плохо по хп. Ты посмотри на пустынного титана, он там уже приступил. Да, вообще пизда.
Этот лесной стоит, дерется с этим. Ай! Нет, тихо, давай ты не будешь вот этого заряжать. Не позволю, блядь, в жопу воткну. Бля, музыка пиздатая пошла, даже не хочется побеждать. О, умер, нихуя себе. Добавлено шлем Commodeus, ёб твою мать. Так, спускайся вниз. Слезай со жнеца. Ой, с этого. Со жнеца. Да-да-да, с него самого, слезай. А чё он встал, кстати? У меня броня сломалась. Он заметил то, что он стоит? Он сейчас умрёт. Он должен испариться. Он сразу разваливается, по идее. Ну, здесь наш лут, который нам не нужен. Вообще не нужен. Блять, винтовка 246% урона. Пиздец, а по нам шмаляли по 700. Действительно. Ёб твою мать. Ну нормально, нормально. Чисто на рейд, блять. Тупо там артиллерийские снаряды. Блять, ты видишь, что он стоит? Да, я вижу, что он стоит. А он должен был развалиться. Он должен пропасть. Он уже должен был пропасть. Что так долго? Он должен был развалиться, по сути. А он стоит. Он просто вверх смотрит. Он статуя, все. Сбой в программе. Как ярко. Мы скоро телепортируемся уже? Хуй знает. Не, вообще, по идее, мы тут должны стоять, чтобы увидеть. Ну, я знаю, да. Вон там, посмотри на этого, на альфа пустынного, ледяной тоже по косам, правда, не сильно. Лесному вообще пофигу было. Ну вот, уже что-то сияет. Очень пиздец сильно. Как ярко, пипец. Я уже пиздец ярко, я уже даже этого не вижу, застывшего. А стоп, он стоит? По-моему, он пропал. Да? Да. А, ну да, он пропал. Иди ко мне поближе, тут в центре, не знаю. Да и так в центре. Бля, оп, появляется. Ебать святого. Хелена спускается, блять. Ебать святого, согласен. Пиздец. Все белое. Все белое, забей. Белоснежные ваши отки, чё? Почему экран в белом? О. Сметане тупо здесь. В майонезе. Заставочка. Эх, текстурки бы, конечно, прогрузились сразу. Да, действительно. До сих пор рука квадратная, жесть. Кошмар. Забей, это арк такой. У меня уже все прогрузилось, не знаю. А у меня арк на меня обиделся, то что я давно не заходил. Че? Твою мать. Я в ахуе, понимаешь? Меня это сейчас тёлка, типа, ну, Хелена забирает, да, говорит невероятно красиво, блядь, и тупо чёрный экран, взгляните сами, блядь. А вон, наконец-то началось. Они возвращаются домой. Каждый арк несёт с собой семена новой жизни, растения, животных и людей. И эти семена разнесутся по всем уголкам мира. Как только они прорастут, вся эта жизнь вырвется на волю. Они будут процветать и разрастаться. И эта планета, наш дом, снова расцветет. Я только сейчас понял, то, что субтитры добавили. Да, там хата на парасаратерии деревянная. Да, да.
Разъебали дом. Фига, деревья быстро растут, видал? Вот, кстати, рад то, что субтитры давали, теперь хотя бы нет кривых переводов. Их раньше не было, кстати, да. Почитать. Ну, а так как мы убили короля титанов, Альфа, то, по идее, сейчас должна быть вот эта вот секретная кат-сцена с упавшей аберрацией. Да, вот она. Да. Всем удачи и всем пока.